Здравствуйте, в эфире «События», в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Порядок в голове, порядок в доме. Губернатор встретился с людьми, которые своими силами создают красоту в городе. Чтение снова в моде. В юбилейный год 8-й филиал городской библиотеки превратился в высокотехнологичный центр. Роботы детям не игрушка, а научный проект. В Аэрокосмическом университете набирают юных конструкторов. Есть такая профессия – чистоту в доме наводить. В преддверии Дня города губернатор Самарской области встретился с председателями советов многоквартирных домов. Подробности у Марианны Мирной. Если каждый отдельно взятый дом приведут в порядок, то и весь город станет комфортным и привлекательным. В этом уверены председатели советов многоквартирных домов, которые собрались во дворце спорта ЦСКА ВВС. С понедельника в Самаре начались празднования, посвященные Дню города. И сегодня горожан поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Активисты МКД – это люди, которые своими руками наводят порядок. Делать это станет намного проще. Реформа местного самоуправления позволит наделить районы необходимыми полномочиями, сформировать бюджеты и направлять деньги на реальные нужды конкретной территории. Очень многих из них люди будут знать лицо. И вместе с ними активно могут заниматься тем, чтобы комфортнее жилось, чтобы меньше было проблем, чтобы средства, выделяемые государством, использовались по назначению, чтобы каждый рубль мог давать соответствующую отдачу. Именно из таких активных и неравнодушных граждан, как председатели МКД, самарцам предстоит сформировать команду созидания на выборах депутатов райсоветов 13 сентября. Вы хотите порядка. Порядка в лифтах, на лестничных площадках, порядка во дворах. Уважаемые друзья, наш город стоит на пороге очень важных перемен. Действительно, впервые за 23 года мы можем создать власть, которая будет работать непосредственно с людьми. И сократить ту пропасть огромную, которая за последние четверть века возникла. Самые успешные председатели МКД получили благодарственные письма и памятные подарки от губернатора. В преддверии 429-го дня рождения столицы региона перед гостями выступили самарские коллективы, в том числе Волжский народный хор исполнил знаменитые русские народные композиции. Марианна Мирная, Станислав Левин. События. Компьютерные залы и десятки метров книжных стеллажей, уголок для прикладного творчества, конференц-зал и даже кафе. Современным библиотекам есть чем удивить книголюбов. Филиал номер 8 в Октябрьском районе Самары открылся после капитального ремонта. В библиотеке, где рушатся стереотипы, побывал и наш корреспондент. Пустые залы, тишина и книжная пыль в прошлом. Современная библиотека – центр общения, объединивший книги и компьютерные технологии. Русскую классику нужно читать только в книжном варианте и лучше в библиотеке, где особенная аура, считает 11-классница Александра Скоробогатова. Приятнее в руках держать книгу, намного приятнее. И вот это вот ощущение, какой-то центр знаний. Здесь находиться, ну, прям радостно, и чувствуется атмосфера науки, новых знаний. 8-й филиал городской библиотечной системы в этом году празднует 55-летие. В дом на улице Николая Панова библиотека переехала больше 20 лет назад. В прошлом году здесь начали масштабный ремонт. Обновили буквально все, от инженерных коммуникаций и фасада до внутренней отделки. Установили кондиционеры, несгораемые стеллажи. 1500 новых книг пополнили фонды библиотеки. На торжественном открытии даже в просторных залах было тесновато. Пришли и постоянные читатели, и новички. С книголюбами Октябрьского района встретился глава администрации Самары Олег Фурсов. В этом году Самара названа библиотечной столицей России, год литературы в России. Для нас это очень почетно, очень престижно. Мы со своей стороны стараемся поддерживать этот статус. Более 40 миллионов рублей выделено на ремонт библиотеки в этом году. Ребята, приходя в библиотеку, должны с российской культурой, с самарской культурой знакомиться как можно глубже. Для этого все возможности вот в таких комплексах в настоящий момент созданы. От 14 и старше занятия и чтение по душе предусмотрены для самых разных возрастных категорий. В конференц-зале первая встреча с писателем Дмитрием Агалаковым. Такие литературные гостиные будут проводить постоянно в перспективе телемосты с европейскими библиотеками. Старшеклассники над чем-то спорят в компьютерном зале. Есть шикарный медиалаб, то есть это оборудованные места.
компьютерные, где можно реализовывать, писать свои проекты, делать разнообразную работу, да все что угодно. Есть информационно-правовое бюро. Есть и непрофильные направления. В кабинете творчества рукодельницы устроили мастер-классы. Для старшего поколения библиотека – место для душевного общения. Такой современный центр в Самаре не единственный. Еще один открыт в железнодорожном районе. Ведется реконструкция Самарской публичной библиотеки. Продолжится и обновление филиалов. Как показывает статистика, даже в компьютерный век библиотеки остаются востребованными, а такие современные набирают популярность. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, «События». «Звездные войны» не на экране, а в жизни. В Самарском аэрокосмическом университете открылся Центр мехатроники и робототехники. Но его главные сотрудники – не солидные ученые, а обычные школьники. По программе, названной в честь персонажа культовой саги дроида-механика R2-D2, детей обучат азам инженерии будущего. Валерия Макарова побывала на дне открытых дверей и узнала, о чем мечтают юные конструкторы. Ваня Зотов сосредоточенно подбирает детали. Это его первый робот. По его задумке, машина должна распознавать черную линию и двигаться строго по ней. Задача для новичка не из легких, но у Вани большие творческие амбиции. Я хотел бы сделать искусственный интеллект, который мог сам думать, сам сочинять что-то, сам писать и разные другие. Три года кто-то берет в руки букварь, а кто-то осваивает робототехнику. Это не вундеркинды, а обычные дети. Обучение в Центре механики и робототехники СГАУ начинается с 3-летнего возраста. Малыши поначалу собирают роботов из специального конструктора. Через несколько лет они сами смогут их спроектировать, создать и запрограммировать. Многие дети, только когда начинают заниматься робототехникой, понимают, для чего нужно физику изучать, для чего нужно математику изучать. Как вот этот датчик работает, датчик расстояния, датчик перемещения. И у них появляется вообще интерес изучать что-либо. Осознанная учеба открывает двери в престижный вуз. Подготовленному студенту могут доверить серьезный проект. Например, такой. Это высший пилотаж роботостроения. Антропоморфный робот или андроид. Создан по образу и подобию человека. К программированию Аркаши, так ласково зовут этого андроида, приложили руку и студенты аэрокосмического университета. В сфере робототехники профессионалов не так много, оттого и ценятся они высоко. Развитие этих технологий называют трендом на ближайшие десятилетия. В будущем такие роботы могут заменить людей на многих производствах. Может, даже заменят журналистов телеканала «Самара-ГИС». Но у Аркаши другое будущее. В 2020 году он отправится на МКС, где будет работать в открытом космосе. В который раз подтверждается, Самара – город космических технологий. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Более 1300 студентов самарских вузов в этом году получили стипендии губернатора. Эти ребята не только отлично учатся, но занимают призовые места в спорте, блистают на сцене или эффективно решают общественные задачи. На торжественном вручении сертификатов стипендиатам Самарского государственного экономического университета побывал наш корреспондент. Отыскать в сутках 25 час и все успеть. Студентка 5-го курса Самарского государственного экономического университета Ксения Галанина старается все делать на отлично. И учиться, и научные работы писать, и в общественной жизни участвовать. За свою активность студентка получила стипендию губернатора Самарской области. Было приятно. Во-первых, это была именно честь получить не сколько деньги, не сколько материальной составляющей, а сколько такая составляющая уважения. Это просто очень приятно, что я заслужила. 8 студентов с ГЭУ получили сертификаты на губернаторскую стипендию. Их вручили спикер губернской думы Виктор Сазонов и министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев. В этом году отличились и первокурсники, вчерашние абитуриенты. Экономический университет стал лидером по среднему баллу ЕГЭ на бюджетное отделение. Почему сегодня это так важно? Это не только потому, что в университет пришел очень мотивированный выпускник школы. Это еще важно для имиджа университета. Сегодня ваш вуз в рейтинге поднялся очень здорово. В университете обучается около 10 тысяч студентов и более 200 аспирантов. СГУ поддерживает тренд укрупнения вузов. В этом году экономический университет принял в свой состав Самарскую академию государственного и муниципального управления. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События. В Самаре продолжается текущий ремонт многоквартирных домов. В этом году к запланированному списку добавились еще 200 зданий. Управляющие компании вышли с инициативой поощрить тех горожан, которые приняли активное участие в выборах 2014 года. О том, какие плоды приносит активная гражданская позиция, расскажет наш корреспондент.
16-й дом по улице Центральная в Куйбышевском районе Самары. Жители рассказывают, совсем недавно стены в подъездах были исписаны маркером. Местами облетела краска. А зимой на лестничной клетке было холодно. Теперь, говорят жители, все изменится. Устранили дефекты стен, заштукатурили, заменили деревянные рамы на пластиковые, которые энергоэффективные, сохраняют тепло в подъезде, и покрасят подъезды. Ремонта подъездов удалось добиться благодаря активной жизненной позиции жителей дома. В прошлом году они дружно проголосовали на выборах. Управляющие компании региона вышли с инициативой провести отдельные виды ремонта в тех домах, чьи жители неравнодушны к судьбе города. Областные власти инициативу поддержали. Мы оцениваем по делам, поэтому дела, они вот налицо. Все делается для людей, для их лучшей жизни, для комфортного проживания. До конца года в Самаре по программе ремонта обновят около 200 жилых домов. Поддерживать активную гражданскую позицию планируют и в дальнейшем. И после выборов 13 сентября, на которых самарцам предстоит определить состав депутатов в райсоветах, перечень домов, где проведут отдельные виды ремонта, может пополниться. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Успеть ко времени и любым путем заработать как можно больше денег. В погоне за прибылью многие водители маршруток забывают о безопасности пассажиров. В связи с этим пассажирские перевозки находятся под усиленным контролем. По данным ГИБДД, в Самаре с начала года по вине водителей маршрутных такси произошло около 30 ДТП, в которых пострадали десятки человек. Основные нарушения у нас в данный момент мы смотрим, это техническое состояние автобуса. Незаполнение путевой документации, непроведение предрейсового медицинского осмотра, непроведение предрейсового технического осмотра должностным лицом. Не имея путевки, без медицинского осмотра мужчина вез пассажиров из Самары в Хворостянку. За несколько правонарушений ему придется заплатить штраф в сумме 6 500 рублей. За 8 месяцев текущего года на водителей маршрутных такси было составлено более 9000 протоколов за различные нарушения. Но есть и положительная динамика. Количество ДТП, совершенных нетрезвыми водителями в Самарской области, уменьшилось в разы, как и число пострадавших в авариях. Руководство ГИБДД это связывает с эффективным сотрудничеством инспекторов и активистов общественного движения «Ночной патруль». Напомню, оно было создано в конце марта. Сегодня в рядах общественников почти 700 человек. С начала 2015-го с их помощью удалось привлечь к административной ответственности за езду в пьяном виде 186 водителей. Общественное движение правоохранительной направленности «Ночной патруль» развивается. Они вырабатывают уже свой стиль работы, свой опыт работы. Движения у нас активно работают и в Самаре, и в Тольятти, и в Сызрани. Скорее всего, в ближайшее время, я слышал о намерениях, ряда активистов, подобные движения организовать на территории города Новокуйбышевска. Упорядочить движение автотранспорта в Самаре призваны помочь платные парковки. На сайте городской администрации продолжается голосование за или против платных парковок. Согласно проекту, платные парковки могут размещаться в исторической части города в границах улиц Пионерская и Осипенко. Ваше мнение можете высказать и вы. Адрес сайта вы видите на экране. Народное признание ждет героев. В Самарской области идет прием заявок на участие в общественной акции «Народное признание». Стать ее участниками могут как отдельно взятые жители губернии, так и организации, добившиеся больших успехов в профессиональной или общественных сферах, совершившие героический поступок. Предложить кандидатуру могут жители региона, инициативная группа из 7 и более человек. Подробно об акции «Народное признание» рассказывают волонтеры, которые приводят пикеты и раздают буклеты на улицах Самары и в муниципальных районах. В этом году появились 3 новые номинации. Вначале было «Слово» для тех, кто посвятил себя литературному творчеству. «Волжская жемчужина» за успехи на российском и международном уровнях. «Гражданская инициатива» для тех, кто преуспел в общественной работе. Заявки принимают до 18 сентября в Министерстве культуры Самарской области на улице Фрунзе 106 и в областной библиотеке на проспекте Ленина 14А. Телефон для справок 332-35-84. Какие-то знакомые, которые сделали что-то очень важное и полезное для нашей Самарской губернии, но о них никто не знает. Эта акция как раз, чтобы о них узнали и услышали. Участвуйте, выдвигайте, создавайте инициативную группу, выдвигайте своего кандидата. Ветераны Дальневосточного фронта поставили победную точку во Второй мировой войне 70 лет назад. Сегодня их подвиг не забыт. В сентябре 45-го весть о том, что самая сильная японская армия разбита, пронеслась по Советскому Союзу.
Книга Нины Крутовской повествует о войне на Дальнем Востоке. Сюжет Марианны Мирной. Книгу «Потомству в пример о боях на Дальнем Востоке во время Второй мировой» Нина Крутовская написала на основе собственной биографии. Всю войну женщина прослужила медсестрой, а после 9 мая ее перебросили в Уссурийск, где в это время шли решающие сражения. Мы были уверены, что скоро война кончится, и мы, несмотря на это, разбили Квантунскую армию, которая была самая сильная армия Квантунской Японии во всем мире. Ветеранам военно-морского флота книга пришлась по душе. Говорят, что про войну нужно рассказывать из поколения в поколение, иначе мы не вырастим молодежь, способную защищать родину. Все эти традиции, которые существовали в нашем государстве, в плане, в том числе и в плане защиты Отечества, они должны передаваться из поколения в поколение. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. Именно этот день считается завершением Второй мировой войны. Ветеранов-дальневосточников в Самаре чествуют всю неделю. 2 сентября у нас проходило торжественное мероприятие. Но мы дали ветеранам немножко вздохнуть, потому что прийти в себя, потому что категория достаточно сложная, и уже люди возрастные. Поэтому мы ровно через неделю собрались вот в этом зале для того, чтобы почествовать наших ветеранов, которые принимали участие как дальневосточники. Представители Департамента соцзащиты вручили ветеранам благодарственные письма, дипломы и памятные подарки. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Современная архитектура Самары на снимке пользователя с ником Лепан. Город активно обновляется, и дома, построенные по современным технологиям, все чаще встречаются на его улицах. Среди них попадаются действительно уникальные по красоте здания. Новые снимки и признания можно выкладывать в Инстаграм до 10 сентября. Обязательно ставьте хэштег «Самара429» и напишите, за что вы любите Самару. А призы победителям от партнера нашего конкурса компании «Ситилинк Самара» мы вручим 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Удачи всем участникам! До решающего часа осталось всего 4 дня. 13 сентября, в свой день рождения, Самара сделает выбор. Наши корреспонденты будут на избирательных участках с первых минут их работы до подведения итогов, чтобы вы первыми узнали, кому доверят горожане отстаивать свои интересы в районных советах депутатов. Факты, аналитика, эксклюзивные комментарии экспертов и прогнозы. Все это в нашем эфирном марафоне «Выбор Самары-2015». Нам требуются профессиональные журналисты и телеведущие. Присылайте свое резюме на наш почтовый ящик info@samaragis.ru. Всего доброго, до встречи!